Снимаем защитный скотч, который удерживает детали принтера от механических повреждений во время транспортировки. Подключаем питание к принтеру. Включаем принтер. При помощи отвертки снимаем верхнюю крышку, которая закрывает картриджи на печатающей головке. Переходим к установке СМПЧ. Передвигаем каретку в крайне левое положение. Проносим блок картриджей в окно принтера. Передвигаем каретку в крайне правое положение и вставляем блок картриджей СМПЧ в каретку. Защелкиваем картриджи до щелчка. Передвигаем каретку в крайне правое положение. Из установочного набора достаем крепление, снимаем защитную наклейку. Крепим крепление в районе стрелки на корпусе принтера. Фиксируем шлейф подачи чернил. Устанавливаем вторую защелку для крепления шлейфа. Отодвигаем каретку в крайне левое положение для проверки натяжки шлейфа. Еще раз проверяем крепление в чернильный шлейф. Нажимаем красную кнопку. Принтер начинает распознавать чернильные картриджи. Извлекаем маленькие пробки со СМПЧ. На их место устанавливаем воздушные фильтра, не вдавливая, не вкручивая, просто вставляем в отверстие. Закрываем крышку сканера. Делаем тест БЮС. Для этого нажимаем и удерживаем красную кнопку до включения принтера. На системе СМПЧ приклеена наклейка, на которой вкратце написаны правила использования СМПЧ. Не допускайте, чтобы уровень чернил был ниже красной линии. Также СМПЧ должно находиться на одном уровне с принтером.